ничего. Почему? Андрюш, хватит издеваться. Просто это издевательство какое-то. Почему? А чем тебе тяжело-то, я не понимаю. Да потому что какое отношение к женщинам. Как если ты живешь с мужчиной, все он как бы говорит, что как будто бы тебя любит, как будто бы он с тобой в отношениях. Но чуть что ты и все, и пиздуй отсюда, все. Ты других слов не слышишь. Никто тебе не говорит, да ты что, дорогая, давай мы с тобой останемся. Да как же так? Конечно, съезди, раз тебе плохо, давай мы сохраним отношения. Каждый только свои интересы эгоистические. Ну это всегда так было. Ну ты чё? Марина же не хотела разводиться. Зачем они такие мужчины? Зачем они так делают? Женщина оставляет своих близких. Да, ей вообще далеко было. Столько стараются, все делают. Эти мужики нас используют, блин, и потом говорят, дуры. У меня вот только это чувство. А если кто-то пытается себя как-то обезопасить, то их называют меркантильные. Меркантильные сразу. А если вот ничего не обезопасилось, я ни копейки денег нет, ничего нет, то дура, блин. И больше ничего. Я усну. Как обидно. Что надо дальше сказать? Ничего я не хочу. Всем привет из Мюнхена.